18 марта, суббота. Обычный обед. Среднестатистического человечка. Обычный соус среднестатистического человечка. Хлеба нету, сожрал. Вчера, по-моему, или позавчера. Масло должно быть в наличии. Так. Макароны с сыром. Макароны с сыром. Хлеба нет вместо хлеба, макароны. Макароны. Я ж помню, как-то я пробовал бросать есть хлеб, мучной типа. Но у меня не получилось. Без хлеба вообще не могу, надо чипсы поесть. Без хлеба. Чипсы вместо хлеба. Невозможно без хлеба. Главное там второго можно без хлеба, но первого нереально. Это надо есть, бросать варить первого. Я просто думал на эту тему. Я с десяток раз бросал типа хлеб в своей жизни. Есть. Не употреблять. И все они были безуспешны. Я уже сказал, что он мне даже снился. Надо сыра подкинуть. А то как-то, блядь, несерьезно. Съел верхний сыр. Еще надо. Норм. Нагреваем. Ну шо там, чё так долго, блядь?
Что там, что так долго? Микрофон в наличии. Давай быстрее, есть хочу. Ну давай быстрее, блядь. Не нагрелось, да и хер с ней. Жрать хочу, блядь. Я уже второй раз ем. С утра встал так же. Макарон поел и борща. Но макароны не тер сыр, забыл про него. А сыр, кстати, знаете что? Захотел по-шахунского. По-шахунски. Не хватает овощей. Помидорных движений. Соли не хватает. Есть хочу. Ну так не наем. Прикиньте, лень даже на лифте съездить за хлебом. У меня магазин прямо в доме. Ну вот лень. Бывает такое. Вообще никуда выходить не хочется. Хоть там куда-то гулять, блин. Ну, типа, бродить. Хорошо. Я все. До свидания.